Два раза в неделю маленький пароходик подходил снизу из Сент-Луиса, а другой сверху из Киокука. И оба причаливали к нашей пристани. В остальные дни наш городок, расположенный на западном берегу Миссисипи, был пустым и унылым. И сейчас, много лет спустя, я живо представляю себе те далекие-далекие времена. Тетушка Полли редко смотрела сквозь очки. Носила она их только для важности. А на самом деле они ей были совсем не нужны. Стой, Том! Стой! Том! Это Поль Джонс! Пойдем. Допотопная посудина Поль Джонс, свежевыкрашенная после длительного отстоя, была спущена на воду и вновь курсировала по реке. В монотонной жизни нашего городка приход этого маленького суденышка был настоящим праздником. Черный дым, валящий из труб, эффект, который специально приберегался к заходу в гавань и достигался посредством нескольких поленьев смолистой сосны, вовремя подброшенных в топку. У нас, мальчишек, была одна честолюбивая мечта – служить на пароходе. Одолевали нас и другие стремления – стать клоунами, бродячими артистами. А иногда мы надеялись, что Господь Бог, если мы будем хорошо вести себя, дозволит нам стать пиратами. Но все эти увлечения постепенно проходили. Неизменной же оставалась мечта быть в составе пароходной команды. Мистер Бигсби, лоцман, самое важное лицо на судне, преисполненный величием своего положения, отдавал команды. Живее, что копаетесь? Первый раз, что ли, эту доску спускаете? Еще ниже! Ниже! Разрез вас на 100 кусков! На меня! На меня оглох, что ли? Черт возьми, что ты делаешь? Подай назад! Вот пустоголовый! Вперед! 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 Эй, свобода его, черт! Стоп! Я сказал, стоп! Ты ее что, хочешь свалить за борт? Эй, ты, олух, куда тебе несется ты бочкой? Убери ее с моих глаз, пока я не заставил тебя ее слопать, ублюдок хромой клячей! Эй, вы, недоноски, что там у вас опять? Всех вас к дьяволу! А ну дайте мне ворот! Том решил, что желанный миг наконец настал. Будьте добры сказать, где он, я принесу. Казалось, цель близка. Он в центре внимания, и его того и гляди наградят аплодисментами. Что за чертовщина? Ты чего суешься, куда не зовут? Эй, Вильямс, или этому щенку убраться к черту на рога? Oh,
помогет. Здорово, Том. Что ты тут делаешь? Курю. Хорошо тебе живется, Гек. Делаешь себе, что хочешь. Угу. Никто тебя не пилит. Никто. Хочешь курить, куришь. Хочешь плевать, плюешь. Плюю. Хорошую погоду спишь на воздухе. Дождь пойдет в пустой бочке. Ни тебе школы, ни тебе церкви. Уди рыбу, купайся, хоть весь день из воды не вылазь. Эх, мне б тоже отца пьяница, чтоб не воспитывал. Да, с папашей мне повезло. Все матери в городе от всего сердца ненавидели и в то же время боялись этого сына-пропойцы. Этого, как они говорили, ленивого, невоспитанного, скверного мальчишку. А их дети души в нем не чаяли и жаждали водиться с ним, несмотря на все запреты. Через 5 минут, а может и того меньше, Том позабыл свои огорчения. Не потому, чтобы они были для него менее горьки, чем невзгоды, мучающие взрослых людей, а потому, что в эту минуту им овладела новая могучая страсть. Впрочем, и взрослые люди точно так же забывают свои горести, едва только их увлечет что-нибудь новое. Том перенял у одного знакомого негра особую манеру свистеть. Тот свистел по птичьи, часто-часто дотрагиваясь языком до неба, отчего у него получалась певучая трель. Итак, Том весело возвращался домой. Рот его был полон сладкой музыки, а душа восторга. Он чувствовал себя как астроном, открывший новую планету. Даже в таком душевном состоянии он не мог пройти мимо незнакомца, не уделив ему внимания, тем более что на мальчишке был нарядный костюм, и это в будний день. Как тебя зовут? А тебе какое дело? Иди куда шел. А вот только переступи через эту черту. Знаешь, что будет? Я тебя так сдую, с места не встанешь, клянусь честью, шкуру с тебя спущу. Испугал. Неохота мне свои руки даром пачкать. А ну, гони 2 цента, я тебя поколочу. Проси пощады. Проси пощады. Ладно, пусти. В другой раз смотри, с кем связываешься. А ну иди отсюда, хвостун несчастный. Трус. Ты еще у меня получишь. Ха. Я тебе еще покажу. Ха-ха. Испугался, сбежал. Ах ты негодный мальчишка. Иди, иди, иди. И чтоб я тебя не видела здесь. С тобой я тоже поговорю. Витагон этакий. А я-то сижу, думаю, он давно спит, зажги свечу сит. Конечно, снова с Геком шатался. Разве я не говорила, что не разрешаю тебе с ним водиться? Боже мой, что за ужасный вид! Сегодня ты пойдешь у меня спать голодным, в наказание. Убирайся с глаз. Иди ложись, ябеда. И не думай, что я к утру все забуду. Утром, 10:00, Том отправился на поиски вчерашнего врага. С целью возобновить военные действия и увенчать их еще одной убедительной победой.
наш герой был сражен без единого выстрела при виде этого прелестного незнакомого создания. Здорово, Том. Что там у тебя, а? Дохлая кошка. А ну покажи. Уже окоченела. А где ты ее взял? Купил у Бена Роджерса. Что заплатил? Свинячий хвост. Да, но знаешь, Гек, если увозить бородавки дохлой кошкой не обойдешься. Мне еще покойник нужен. Росс Уильям здорово болен. Давай сходим к Мэфу Поттеру. Это ты хорошо придумал. С меня алебастровый шарик. Столяр Мэф Поттер... Видно, состоял в тайном союзе со смертью. Когда он начинал впрок сколачивать гроб, все уж знали, не залежится. Так что мальчики не дали бы и ломаного гроша за жизнь Росса Уильямса. А, вот снова кровь. Мои руки запятнаны кровью. Всюду кровь. Молчать умеете, ребятки? Есть секрет. Если расскажу, не выдадите меня. Ни за что? Да чтоб я помер. То только знайте, это очень страшная история. Иногда я себя спрашиваю, было ли все это на самом деле? Не привиделось ли мне, не выдумал ли я? Все равно, Мэтт, мы будем молчать. Правда, Гек? Да чтоб я провалился. Ну, ребятки, уж не взыщите за то, что я вам расскажу. Молчать нет сил. Давит меня оно. Если в себя буду таить, задушит. Начинай, Мэф. Сейчас. Нет, не могу. Да ты не бойся, Мэф, мы же тебе друзья. Пошли. О Поттере было известно, что он вечно пьян, вечно всем должен и вечно врет о себе бог знает что. Вот, дети мои, перед вами убийца, чтобы вы знали. Так-то. Настоящий висельник. Смотрите-ка, с моих рук стекает кровь, прямо так и льется. Видите, да? Я убил, не знаете, скольких человек? 18. Мэф, в прошлый раз ты говорил 40. Да, возможно, что и 40. Видишь ли, я ведь только вначале считал, а прихлопнул пяток, другой бросил. Мне это осточертело. И он начал, как всегда, с самого первого кровавого преступления, живописуя подробности и хвастая тем, как ловко он умел отвести от себя подозрения. Затем переходил ко второму, третьему и так далее. Разумеется, во всех рассказах неизменно фигурировал его столярный нож. Вот он, мой инструмент. Смотрите, ребятки, на нем пятна крови, видите? Смоешь, они снова тут. И хотя мальчики знали, что он врет, своими жуткими историями он внушал им ужас и почтительное любопытство.
Скорее, Том, скоро полночь. Пошли, идем. Видишь, здесь он. Слушай, Гек, а не рассердится Рос и Ильвис, что мы с тебя пришли? Не знаю. Я, например, не рассердился на его месте. Может, он думает, это не мы, а черти. Правда, Гек? Откуда я знаю? Мало ли что может подумать покойник. Нет. Кого их? Чертей вдруг нет. Правда, без них было бы уже не то. Почему? С ними веселей. Ты хоть одного видел? Не видел, не буду врать. Ну, зато слышал. А вот мой старик, он их частенько видит. Твой дед? Да, как только. Хватит лишку. Слышишь? Вот дурак, все портит. Че это? Вот совы хорошо, когда заговариваешь. И откуда здесь жаворонок? Ну, сам скажи, разве бывает, чтобы на кладбище и друг жаворонок? Но это ведь жаворонок, слышишь? А это ведь кладбище. Ну и пусть. Я ведь не о себе беспокоюсь. Мы твои бородавки пришли заговаривать. Мои? У меня их сроду не было. Ни одной? Ни одной. И у меня нет. Все же мы тащились сюда. Гляди. Это голос Мэва Поттера. А второй, кажется, Индии Джо. Ну вот, пришли. Доктор! Начинайте. Вот здесь. А ну-ка, живее. Нам нужно все успеть, пока не взошла луна. Поторапливайтесь. Ну и что? Они не ради Уильямса копают, или что-то другое. Так, теперь вытаскивайте. И поскорей, пожалуйста. Что там может быть? А вот посмотрим. Держу пари, там несметные сокровища, драгоценности, золото. А то откуда же? Откуда берутся все клады? Разбойники прячут. Если вы, господин Костоправ, хотите получить его, накиньте-ка еще пятерку. Не то сейчас же уйдем и оставим здесь дохлого старикашку Уильямса. Так как? Да, но позвольте. Вы хотели все вперед получить, и я с вами расплатился. Но твой отец когда-то упек меня в тюрьму за пустяковую драку. Ты что, думаешь, я забыл? Так как? Еще $5 подкинешь?
Три цента больше вы все получили. Но вы, очевидно, рассчитывали на чаевые. Что ж, пожалуйста. Вот-то на что. Из-за несчастной пятерки лучшего друга моего бьешь. Да я из тебя потроха выпущу. Гнусный похититель трупа. Будешь меня помнить? Да! Я ведь не мог этого сделать. Он мертв. Да, Мэв, мертвее ей-богу не бывает. Ты шутишь, Джо. Он только что был жив. Отчего же это случилось? Да от твоего ножа. Ты им пощекотал его немножко, он и помер со смеху. Добежим до старой дубильни и там спрячемся. Верно, пошли. Скорее. Ты был пьян и ничего не помнишь. Но ты не бойся, я не выйду. Беги, Мэв. О, Джо, ты мой добрый ангел. Я буду тебя благословлять всю жизнь до последнего дыхания. Ну, хватит слюни распускать. Лучше уходи. Иду. И чтоб тебя никто не увидел. Иду. Чего стоишь? Да, 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 иду. Иду. Ушли оттуда. Лишь спустя несколько лет Том и Гек узнают, что труп доктору Робинсону нужен был для изучения анатомии. Гек, ты как считаешь, что может получиться из всей этой истории? Если доктор умер, виселица может получиться. Это в том случае, что убийцу поймают. А как его поймают? Мы донесем, что ли? Ты бы мог его выдать? Я? Ну уж нет. Это совсем олухом нужно быть. Ведь если мы донесем, а индейца Джонни повесит, он нас обоих прикончит. Как передать прикончит? Будем помалкивать. Давай поклянемся, Гек Финн. Повторяй за мной, Гек. Кекельберри Финн и Том Сойер клянутся хранить в тайне. Кекельберри Финн и Том Сойер клянутся хранить в тайне. То, что они сегодня видели и многое другое. То, что они сегодня видели и многое другое. Сдохнуть им обоим на месте, если вдруг проговорятся. Здорово шпаришь. Скажу тебе прям как заведенный. Кто научил? А, знакомый повар. Хорошая клятва, но тут еще нужен белый петух. Правую руку мажет его кровью. Ну, а где мы возьмем петуха? А, ничего, и так неплохо. Бул Барбисон. Кто? Да Барбисон. Пес Була Барбисона. Не шевелись. Почему не шевелиться? Что с тобой, Гек? Чего ты испугался? Ты молча не двигайся. Раз она так заливается, индейец Джо здесь поблизости. Но как бешеный, когда чует его. Кто-то подходит. Бежим через заднюю дверь.
Идем скорее отсюда. Он же нас вот-вот увидит. Он, наверное, здесь живет. Что-то ищет, видишь? Посмотрим, что, и уйдем. Часом не шпионили за мной, а? Молодые люди. И не думали. Нет, правда, Джо. Мы тут только искали старый ржавый фонарь, такой медный. Вот даже его спроси. Этот фонарь, то мы его как чудно называем. Лампа Аладдина. Такой пузатый и со сломанным абажуром. За него никто гроша ломаного не даст. А Том говорит, давай возьмем его себе, он волшебный. Что же вы будете делать с этим фонарем? Потрем его, Джо. Надо его так потереть, чтобы он стал все равно, что новый. Ну, а потом все и начнется. Если он вправду волшебный. Разные там чудеса. А кто его знает? Он, может, и не волшебный вовсе. Правильно, Том. Да, надо его как следует потереть. Ну, а теперь убирайтесь. И чтоб я вас здесь больше не видел. Поищите свой волшебный фонарь где-нибудь в другом месте. Еще раз попадетесь, мне спущу шкуру. Забудьте дорогу в дубильню. Все поняли? Ну да. Забыть дорогу в дубильню, а то шкуру спустишь. Верно. Бегите. Опоздаешь в школу и сегодня, да? А разве сегодня мы учимся? Не прикидывайся дурачком. Пойди хорошенько умойся и будешь завтракать. Он даже рук в воду не опустил, дядя Поля, он только фыркал. Ну, скажи, Том, есть у тебя совесть, а? Хоть капля стыда есть? Ведь твой брат никогда такого себе не позволяет. Обидно, он и не брат, все равно догонит. Прекратите сейчас же! Убегаешь труд! Ах ты, скверный, негодный мальчишка. Я кому сказала прекрати? Будешь ты меня когда-нибудь слушаться? Сейчас же угомонись. Что вы только на меня нападаете? Лучше скажите своему любимчику Сиду, чтоб не фискалил. Ничего, я до тебя еще доберусь. Ты у меня посмеешься. Она дает, и всегда живет рядом с нами.
Томас Сойер. Том знал, когда учитель зовет его полным именем, это не предвещает ничего хорошего. Доброе утро. Доброе утро. Сегодня вы снова опоздали. Это единственное, в чем вы постоянны. Ну, Том Сойер, я готов выслушать ложь, которую вы приготовили в свое оправдание. Я вижу, сэр, ваша необузданная фантазия сегодня тоже проспала. Том хотел было соврать что-нибудь, но в эту минуту в глаза ему бросились два бантика, которые он сразу узнал благодаря электрическому току любви. К тому же он увидел, что единственное свободное место в том ряду, где сидели девочки, было рядом с ней. Я встретил Гекофина, и мы немножко поговорили. Он мой друг, и у нас с ним дела. Мистер Даббинс окаменел от изумления. Он спрашивал себя, уж не сошел ли с ума этот отчаянный малый, если решился на столь поразительное признание. Шутка ли разговаривать с Гекльберри Финном, да еще похваляться этим? Я смею надеяться, вы изволите шутить. Нет, господин учитель, это вполне серьезно. Вы с Геком правда немного поболтали? Не находите ли вы, что после такого признания я должен наказать вас со всей строгостью? Нахожу, сэр. Должен ли я из этого сделать вывод, что вы поняли, как чудовищен ваш поступок? Да, я понял. Вы все-таки поняли. А что мне теперь будет? Сядь сюда, к девочке! Всегда теперь будешь сидеть с девочками! Дай-ка я взгляну. Тут ничего нет. А я все равно хочу взглянуть. Да зачем это, если бы тебе еще правда было интересно? Какой вредный. Ну, покажи. Оглянешься, что никому ни слова? Клянусь. Лучше провалишься сквозь землю? Сквозь землю. Нет, я передумал. Да. Фу, какой врун. Я не врун. Корова – это животное с одной головой, с двумя рогами, с одним хвостом. Же я. Ты была когда-нибудь в цирке? Один раз. Вот когда они снова приедут, я скажу своему папе, и он меня поведет. А я бывала и довольно часто. 4-5 раз, а может больше. Цирк — это хорошая штука. Уж получше, чем церковь. Вот вырасту, буду клоуном. Хоп.
получится очень хороший клоун. О, да! А знаешь, сколько денег клоуны загребают? Каждый день по доллару, это мне точно сказали. Послушай-ка, ты уже помолвлена? Нет. А хочешь? Я не знаю. Ну, а как это? Да проще простого. Нужно только сказать какому-нибудь мальчику, что ты за него выйдешь. Еще нужно его поцеловать, и все. Это любой может сделать. Ну, а целовать для чего это? Ну, так все делают, так уж принято. Что в тетрадке написал, помнишь? Угу. Скажи, что? Не скажу. Нет, скажи. Не хочу. Я прошу. Тогда я скажу. Не нужно. В другой раз. Завтра. Можно же не громко, можно же тихо, шепотом. Я люблю тебя. А теперь ты шепни. Только отвернись и не смотри, пока я не скажу. Но ты про это никому? Клянусь. Пишется не тебя, а через я тебя. А, вот ты как. Ну брось, Бекки, не прячься. Тут уж пустяки остались, только поцеловаться и все. Я прошу тебя. Ну же, Бекки. Вот видишь, Бекки, это совсем не страшно. Теперь ты уж другого не можешь любить. Одного меня, на других даже не смотри. Обещаешь? Да, Том. Я никого, кроме тебя, не полюблю и не выйду за другого. Но ты тоже никого не люби, кроме меня. Ну да, мы ведь помолвлены, теперь уж я на другую не женюсь. Мы всегда будем вместе. И в школу ты должна ходить со мной, если за нами не будут следить. И в танцах выбирай меня, а другой подойдет, убирай руку, потому что мы теперь жених и невеста. Вот когда я был помолвлен с Эмми Лоренс... Да, ну не важно. Уже не первая, уже была одна. Потом... Не плачь, Бекки, я больше не люблю Эмми Лоренс. Если бы она на коленях вот здесь ползала, я бы сказала ей, пошла вон. И знаешь, что еще? Ну, куколка, забудь, что мы с тобой были знакомы. Ты его так бы в лицо и сказал? Так бы и сказал, прямо в лицо. Ну да, а раньше был с ней тоже помолвлен, точно как со мной. Не точно. Бессовестный, бессовестный. Уходи от меня к своей Эмми Лоренс. Том! Том! Том, пожалуйста, вернись, Том! Том! В этот день Том уже не вернулся в школу. Сердце его терзало печаль, а жизнь казалась суетой и страданием. Но что плохого он сделал этой девчонке? А она прогнала его, как собаку. Ах, если бы можно было умереть не навсегда, а на время. Но тут его снова захватили помыслы здешнего мира. Он станет пиратом. Да, да, его имя будет греметь во всем мире, заставляя людей содрогаться от ужаса. Взи! Thank you.
Достигнув вершины славы, он неожиданно появится в своем старом родном городишке и войдет в церковь. Загорелый, обветренный, в черном бархатном камзоле и в таких же штанах. За поясом у него будут торчать пистолеты, сбоку нож, заржавевший от крови, в руке знамя с черепом и скрещенными костями. И с каким упоением он услышит, как шепчутся вокруг: «Это Том Сойер, пират, черный мститель испанских морей!» Старина. Вот, приволок тебе череп, чтоб ты помнила о тайне. Ну, я ведь и так. Ты никому не сказал, ни одной душе? Что это? Вот это? Может, пожар? Хотя нет, был бы виден дым. А, понял, держу пари, они, наверное, уже наткнулись на доктора. Кто ты их привел туда? Может, ты? Никого я не приводил и ничего не говорил, чтоб мне помереть. Я думать про это и то боюсь. Ладно, ты иди в ту сторону, а я сюда, чтоб не вместе. Встретимся на кладбище, только не будем разговаривать, а то они поймут. На, пойдем. Ужаснувшись страшной вестью, каждый, кто мог передвигаться, устремился на городскую площадь. Возле убитого нашли нож, и кто-то признал, что он принадлежит Мэфу Поттеру. Говорили также, что кто-то из горожан видел, как Поттер в 2 часа ночи умывался в ручье. Обстоятельства подозрительные. Умывание было для Поттера делом весьма необычным. Вы, ребята, скачите. Как видите, добровольцы были полны решимости и беспримерной отваги. А остальные все со мной. Вот урок похитителям трупа. Именовать Мэтру Поттеру. За всю жизнь никого не тронул, ни с кем никогда не ссорился. Ну, а нож твой? Ах, я ведь за ним шел. Думаю, жаль оставлять его там. Говори, Джо. Чего уж теперь молчать? Говори, пускай все кончится. Что ж, Мэф, будь по-твоему. Несмотря на то, что мы с ним друзья, я пред вами признаю, что доктора убил Мэф. Том и Гек ожидали, что с безоблачного неба на голову убийцы Джонни звернется молния, и дивились, почему так медлит божья кара. Увидев, что силы небесные так и не поразили его, мальчики уверили, что негодяй продал душу дьяволу.
Ох, это мой верный Том. Тут лук, булка и свинина. Послушай, Том, мне знаешь, как хочется выпить, а все потому, что тоска. Мне стаканчик всего, и не надо больше, или хоть одну рюмочку. Все, что я хочу, это глоток перед смертью, такой крошечный глоток. Том. У Тома появились новые большие тревоги. Бекки Тэтчер перестала ходить в школу. Он пытался разжечь в себе обиду и выбросить Бекки из головы. Но это ему не удавалось. Он чувствовал себя очень несчастным. Она заболела. Что если она умрет? Он перестал интересоваться военными стычками. Они уже не увлекали его. Очарование жизни исчезло. Осталась одна тоска. В то время только входило в моду водолечение. И удрученное состояние Тома подвернулось как раз кстати. Тетушка Полли собирала все шарлатанские журналы и все шарлатанские снадобья, легко становясь их жертвой, так как была человеком простодушным и честным. Несмотря на холодные и горячие обливания и обертывания, сидячие ванны, жидкую овсянку и нарывный пластырь, Том продолжал оставаться унылым, как погребальные дроги, и равнодушно переносил все пытки лечением. Тебе не холодно? Дать еще одно одеяло. Нет, хватит, тетушка Полли. А поесть не хочешь? Не хочу, тетушка Полли, что-то нет аппетита. Не исцелил его и новейший болеутолитель, закупленный тетушкой в угрожающем количестве. Правда, болеутолитель пришелся по вкусу Мэфу Поттеру. Но даже он нашел эту жидкость чересчур крепкой и сказал про нее, что это огонь в жидком виде. Словно потерпевший кораблекрушение в открытом море и подхваченный волнами, считал он дни своего горького одиночества. А Бекки все не было и не было. Но вот мелькнуло знакомое платье, и у Тома ёкнуло сердце. Очень боялась, что много пропущу. А, Эмми! Как долго ты болела? Да, у меня кашель и насморк. Бедный Том. Он исчерпал весь свой запас акробатических номеров, но на него так и не обратили внимания. Кто-то воображает, что он очень ловкий. Только и делает, что петушится. Однажды она уже оскорбила его, но то было с глазу на глаз. Зато сейчас она его оскорбила прилюдно, а это в корне меняет дело. Он скомпрометирован.
Его достоинство поругано. Ну что ж, тем хуже. Он старался быть хорошим, его не поняли, отвергли. Он изберет другой путь. Когда-нибудь она узнает, до чего довела его, и, может быть, раскается, пожалеет о нем. Простите, сэр, я опоздал! Увидев лошадь индейца Джо, привязанную к столбу у салуна, Том воспринял это как зов судьбы. Да-да, ему остается идти по тропе индейца Джо. У него нет выбора. Его толкнули на путь преступлений. Бледнолицый ты, трус и негодяй! Пах-пах-пах-пах! Ты убит? Падай! Здорово, Том. Презренный труп! Пах-пах-пах-пах-пах-пах-пах-пах-пах! 8 раз по 3 я попал в твое подлое брюхо! Попробуй подняться, если из тебя не ушла жизнь! Какая муха тебя укусила? Так ты, значит, выслеживал меня? Так ты меня предал? Ты мне нанес удар в спину, несчастный? Сейчас я убью тебя, трусливая душонка, и я стреляю метко, не промахнусь. Видишь? Дуло смотрит прямо в твою грудь. Брось дурака валять, погляди-ка. Вот он уж правда не промахнется. Бежать надо. Встретимся с тобой ночью у того дуба. Пароль прежний. Кровь. Тремя милями ниже городка лежит длинный, узкий, поросший деревьями остров. Остров Джексона. Ровно в полночь два мальчика, один матрос, другой капитан, Том, конечно, был капитаном, направились к этому острову, чтобы спрятаться в его диких зарослях от индейца Джо и предать забвению бессердечную Бекки. Хорошо здесь. Ну а чего ж, плохо что ли? Я еще ни разу в жизни не объедался так, как сегодня. Никто тут за тобой не погонится, никто не подумает, что ты чего-то своровал, курицу там или арбуз. А мне воровать-то никакого удовольствия, так только, по привычке. Не скромничай, Гекки, ты себя еще покажешь вот здесь, на острове. А ты это к чему? Не понял? Ну просто я чертовски завидую тебе и хочу быть похожим на тебя. Чего это? Я же готовлюсь в пираты. Но все-таки я еще многого не умею, а вот ты другое дело. Ты, можно сказать, готовый пират. Ну уж готовый. Это ты вроде перегнул. Обидела его, при всех в лицо назвала, воображала я.
Больше бы я никогда ему этого не сказала, ни за что на свете, даю слово. Но теперь поздно раскаиваться, он умер. Бекки, кто знает, может он... Ну, оставь, пожалуйста, не успокаивай. Бедный, я себе не прощу никогда, никогда. Исчезновение Тома и Гека, естественно, произвело огромное впечатление на юных горожан. Поднялся даже спор о том, кто в последний раз видел погибших живыми. Многие приписывали эту печальную честь себе, но их показания тут же опровергали с прочими свидетелями. А один малый, не найдя ничего лучшего, объявил не без гордости. А меня Том Сойер побил. Иди, иди, хвостунишка. Убирайся. Малявка несчастная, в рот. Иди, иди отсюда. Ну все, яйца будут на первое, рыба на второе, а не хватит, еще наловлю. Ни один из них не скучал по дому. Ночью плот смыло, но мальчикам это даже доставило радость. Ведь теперь мост между ними и цивилизованным миром был сожжен. Что это? Кто его знает? А что? Там что-то случилось, ей-богу. Молчи. Дай послушать. Да, что-то случилось. А ну идем. Видишь, шарит. Вроде утопленника ищет. Да-да. В прошлом году вот так же искали Билла Гаррисона. А еще знаешь, как делают? Наливают ртуть в ковригу хлеба и пускают по воде. А она останавливается над утопленником. А кого ищут? Вот что я бы хотел знать. Геки! А? По-моему, я знаю, кого они ищут. Нас с тобой. Слово чести. Да брось ты. Я тебе кляну. Может, ртуть нальют. Да чего замечательно все вышло. Эй-хо! Now I could cry, where's our Savior? Now I cry, where is my Savior? Good Lord, can this be the end? I sing to him, begging mercy. Hallelujah to my Lord, forevermore I shall believe you'll free us one day. The slaves will be free from bound. He'll help me till then. I know we'll overcome our sins. Oh, hallelujah to my Lord. Oh, hallelujah forevermore. I do believe he'll free us. My Lord, oh, my Father, take care of me always. Now until the judgment day, we'll have faith in the Lord, helping hand, and one day we shall find the promise.
милым мальчиком, миссис Дуглас. Да что там говорить, добрее мальчика я не видела. У него было золотое сердце. Перестаньте плакать, тетушка Полли. Надеюсь, он теперь на небесах. Только жаль, что на земле он вел себя не так, как надо. Я много мог бы рассказать о его проделках. Сид, не смей дурно говорить о моем Томе, когда его бедняжки уже нет в живых. Я просто так, чтобы вы не плакали. Даю слово. Дорогой мой, не нам судить, чем он был плох, а чем хорош. Бог рассудит. Он и сам готов был заплакать, услышав, что надежды уже нет, и в воскресенье, во время обедни, их с Геком будут отпевать, как умерших. Чтобы возвратиться на остров, Том одолжил лодку у Джо Гарпера. Впрочем, Джо и не подозревал об этом. Геки! Геки! Пока ты спишь, кто-то трудится! Я сплавал на тот берег и узнал потрясающую новость. Так вот, старина, в воскресенье нас с тобой будут отпевать. Ты только послушал, что они теперь говорят. Добрые, хорошие, послушные. Стоит человеку утонуть, лучше его нет. Идем, по дороге тут скажу. По какой там еще дороге? Я в той стороне видел пароход. Он на мель стал. И никого на борту. Команда на лодках ушла в Иллинойс. Ну, пойдем. Большущая гроза надвигается. Что там делать на этом пароходе? А ты что, сам не знаешь? На судах, потерпевших крушение, всегда полно сокровищ, золото, бриллианты. Почему ты думаешь, что тут никого нет? Я же сам видел, как все уплыли на лодках. Совсем новое. Какой-то растяпа забыл в торопях. Никто не узнает, клянусь вам. Я рта не раскрою, честное слово. Венди. Тебя надо пристрелить, как собаку. Не знаю, почему я до сих пор этого не сделал. Венди, ну поверь, ей-богу, буду молчать. Что захочешь, все отдам тебе. Только отпусти. Зачем вам убивать меня? Отпустите. Отпустим, но только с пулей в башке. Иначе не закроешь рот такому, как ты. Сейчас-то ты смирный, тихий. А если мы первые не вцепились тебе в глотку за милую душу, укокошил бы нас. Убери свой пистолет, Винди. А что добренький какой? А разве ты не говорил? Убьем его. Так почему бы не покончить с этим? Не надо спешить, мой милый. Я задумал другое. Спасибо, Джо. Ты добрый и честный. Я твой должник до самой смерти. Что бы ты ни видел, я все сделаю. Ладно, пошли. Чтоб ты сдал, я не размениваюсь на мелочи. Джо!
тобою, Джо. Почему ты не дал мне его пришить? Отстань от меня. Сапожником тебе быть. Зарядил пришить, да пришить ничего больше не умеешь. Какого черта тебе понадобилось лап об него марать, а? Когда я пришил тех, кто хотел повесить тебя, ты ничего не имел против. И сапожником меня не обзывал. А сейчас? Ну да ладно. Послушай, Винди, почему ты вбил себе в голову, что я его отпущу? Потому что ты мне его не дал застрелить. Ах, ты глупая голова. Гроза разгулялась вовсю. Через какой-нибудь час эту посудину разнесет в щепки. И Джим Тернчер пойдет ко дну. Уж за это я тебе ручаюсь. Сдаюсь, Джо. Ты как был, так и есть намного умнее, чем я. И ученее, потому что в школу ходил. Пошарил? Нет. Нет? Я думал, ты все собрал. О, черт, значит, деньги у него? Ну да. Вернемся. Ну, пошли же. Более счастливой возможности покинуть судно и ожидать нельзя было. Тем более, что их лодку унесло. Том совершенно справедливо рассудил, что благополучно достичь берега гораздо важнее ему с Геком, чем двум бандитам. Воскресенье утром печально и торжественно зазвонил церковный колокол. То был погребальный звон по Тому Сойеру и Гекльберри Финну. Никто из прихожан не мог припомнить, чтобы маленькая церковь была когда-нибудь так полна. Веди нас в искушение, но избави нас от лукавого. Аминь. Аминь. Для своей сегодняшней проповеди избрал я... Бекки пришлось поломать голову над тем, как потактичнее обнаружить свое вдовство. Ведь ее помолвка с покойным была тайной. После долгих раздумий и колебаний выход нашелся. Она будет держать в руке платочек с черными кружевами. Лишь такое выражение тоски может она позволить себе при посторонних, если не хочет вызвать нескромных вопросов. Два юных существа, за души которых ныне мы вознесем молитвы. Не жалея красок, он изобразил погибших мальчиков такими добрыми, даровитыми, умными, что в церкви не было человека, который не спросил бы себя,
Как же могло случиться, что он не заметил великих достоинств несчастных детей и видел только их недостатки? Все присоединились к рыданиям родственников, когда пастор рассказал несколько умилительных случаев из жизни покойных. Теперь все убедились, как благородны и прекрасны были поступки необыкновенных детей, и вспоминали с раскаянием, что покуда мальчики были живы, те же самые поступки казались недопустимо озорными проделками, за которые надо было выпороть хорошим ремнем. Как же могло случиться, что добродетели этих мальчиков... А эти мальчики стояли у дверей и, ушам своим не веря, слушали горячую проповедь растроганного пастора и едва сдерживаемые рыдания многочисленных слушателей. Почему вы радуетесь только мне, а Гек? Почему вы его не целуете? Он ведь тоже утопленник. Во имя же братья мои сестры, наша смиренная молитва услышана. Итак, теперь он стал настоящим героем. И вести себя должен был, как подобает герою, сознающему, что на него устремлены все взгляды. Важно, с достоинством. Здорово! Доброе утро, Том! И все-таки, несмотря на свое выдающееся положение, он держался довольно просто и готов был терпеть возле себя своих почитателей. Вперед, 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 друбах! Вижу, лодку уже вернул. У нее одна голова, два рога, четыре ноги и один хвост. Она дает нам молоко, масло и творог. Корова – это домашнее животное. Том решил, что теперь, будучи знаменитым, он может обойтись без Бекки Тэтчер. Он помнил обиду и хотел показать ей, что может быть так же холоден и равнодушен, как некоторые иные. Да и зачем ему Бекки? С него довольно славы. Он будет жить славой. Том был уверен, что это шаг к примирению с ее стороны, что это знак покорности. Но то, что он прочел, поразило его как громом. «Я иду обедать, приходи туда, где мы были позавчера». Никоим образом это не могло относиться к нему. Позавчера он еще был утопленником. Но тогда кому же предназначалась записка? Франту из Сент-Луиса? А может быть, Джо Гарперу? Или того хуже, несносному Датли, этому зубрили, который заучил больше 1000 стихов из Библии, за что я осыпан похвалами? Бекки не могла видеть Тома со своего места, но она хорошо знала, что заставила его страдать, как недавно страдала сама, и была очень даже рада этому.
Беки, Беки, я очень жалею о нашей истории, хочу помириться. Но, честное слово, это все пустяки. Забудь, Беки. Очень прошу вас, Том Сойер, больше никогда ко мне не обращаться. Да? Ну и пожалуйста, пусть тебе обращается Джо Гарднер или Датли, или твой кузен из Сент-Луиса. Мне тебе все равно. И зарубите себе на носу, не дотрога Беки Тэтчер, между нами все кончено. Бедная, она не знала, что ее тоже подстерегает беда. Ее так и тянуло к ящику учительского стола. Учитель Добинс дожил до зрелого возраста, так и не осуществив заветного желания. С молоду он мечтал сделаться доктором, но из-за бедности принужден был довольствоваться скромной долей школьного учителя. Каждый день он доставал из стола какую-то таинственную книгу и погружался в чтение. Что же это за книга? У всех, и у мальчиков, и у девочек были свои догадки, но доискаться правды случая не представлялось. Ага, вот видишь, что ты наделала у хамлети же, теперь тебе так и надо, так и надо, так и надо. Откройте учебники на заданном уроке. Читайте все вместе, громко и отчетливо. Корова дает нам молоко и мясо, и всегда живет рядом с нами. Свинья – это домашнее животное, с одной головой, двумя ушами, четырьмя ногами и одним хвостом. Корова дает нам молоко и мясо, и всегда живет рядом с нами. Свинья. Кто брал книгу? Кто посмел? Бенджамин Роджерс, отвечай. Я не брал. Тогда ты, Джозеф Гарпер. Даю слово, нет. Сьюзен Гарпер, а ну-ка, изволь сказать, кто это сделал? Уж не ты ли? Нет, господин учитель. Следовательно, моя книга сама порвалась. Просто так вот взяла и порвалась. Да? Так вы думаете? Ребекка Тэтчер! В ту же секунду Том понял, в чем состоит его мужской долг. Я разорвал вашу книгу. О, Том, как ты великодушен! Несмотря на то, что Бекки не произнесла этих волшебных слов, Том их услышал. Он был на седьмом небе. В довершении радости из городка исчез индеец Джо, и путь к спасению Мефа Поттера был открыт. Том гордился своим рыцарским поступком и знал, что Бекки не оставит его великодушие невознагражденным. Счастье примирения было так велико и полно, что Бекки даже не завизжала, увидев мышь. А между тем индеец Джо был совсем рядом. И встреча с ним, которой Том так боялся, была уже близка. Так близка, что Том и представить себе не мог. Кто же одержит верх, Джо или Том? Из этого можно бы и не делать тайны,
Если не иметь в виду, что приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна на этом не кончаются, что им еще предстоит долгий, длинный путь.